Развивать туристическую отрасль. В Северо-Казахстанской области немало исторических и живописных мест. О них в первую очередь расскажут гостям форума межрегионального сотрудничества. Чем еще мы можем привлечь туристов, узнавал Илья Кудряков. Наша область имеет большой потенциал для развития не только внутреннего, но и международного туризма. Историко-познавательные и развлекательные экскурсии и агротуризм по Петропавловску и всему северному региону предлагает турагентство «Прогресс». Они будут обслуживать гостей 15-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Мы можем предложить массу экскурсий тематических. Мы можем предложить поездку в сам Алколь, мавзолею наших батыров. Мы можем предложить на родину Чеканова-Алиханова экскурсию. Мы можем предложить посмотреть нашу прекрасную столицу. Мы можем предложить Боровскую зону посетить. За последние пару лет туристическая отрасль получила большой толчок в развитии. Нашу область посещают туристы из Германии, Китая, Франции и разных городов России. А после проведения форума их станет еще больше. Российские делегаты уже заинтересованы в туристическом сотрудничестве наших стран. Их привлекает Северо-Казахстанская область. Уже начали согласовывать и смотреть меморандум на соглашение международных мероприятий, которые могут проводиться в Северо-Казахстанской области. Поэтому на этот форум и на эту структуру мы рассчитываем большие надежды, потому что увидев сейчас и увидев глав государства двух стран, уверен, что интерес появится у всех сфер, и сферы бизнеса, и сферы отдыха, именно посещать нашу Северо-Казахстанскую область. Еще развитию туристической отрасли поможет упрощение пересечения границы. По словам Владимира Витченко, решение этого вопроса повысит посещение нашего региона в десятки раз. Илья Кудряков, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.